весело и задорно крымчане отметили последний день масленичной недели в это воскресенье. С самого утра на площади перед СКЦ играла музыка, скоморохи зазывали гостей, а подворья со всего района демонстрировали свои кулинарные изыски. Блинчики на любой вкус. Ах вы блинчики, блиночки, вы горячие из печи. Ах вы блинчики, блиночки, ешьте гости прям с печи. Весь день здесь выступали лучшие творческие коллективы города и района. Одни зажигали публику яркими танцами, другие в традиционных русских костюмах исполняли народные песни. Горожане с удовольствием ели блины и участвовали в забавных конкурсах. Молодые люди мерились силой, демонстрировали ловкость и смекалку. 24, 25, 25! К концу праздничного дня кульминацией народных гуляний стало традиционное сожжение чучела масленицы. Крымчане окончательно попрощались с зимой. Вероника Ежова, Александр Недобежкин, телерадиокомпания «Крымский экран». Прощай, зимушка, зима! Погасила ты спать!